Всем привет! И как вы уже видели, сграбил я сено уже. Клевер все равно плохо сохнет, хоть он такой мелкий, но сочный он. Так что сейчас я его сграбил, до вечера пусть еще обсохнет, и вечером будем прессовать. Ну, а... прессовать, рулонить. А сейчас мы будем косить дальше, продолжим следующее поле. Что я еще хотел сказать? Вылетел с головы. Да, и заодно покажу в этом видео уже овечек, которых мы купили. А то много там комментариев насчет, что романовская порода. Так она и называется. И это не козы, а овцы. Написали, что козы такой породы есть. Вот. И есть овцы такой породы. Вот. Так что я их покажу. Ну, не сейчас. Сейчас доливаем 80-ку МТЗ-80. Что-то я заговариваться стал, короче. Доливаем воду и солярку я уже залил. И в бой косить. Заводим и косим. Вот такие у нас волки получились тут. Здесь клеверок. Немножко, что в прошлом году, как тут был овес, поднялась и солома. Ну, это только в этом году. Ничего, немножко в сене попадается прошлогодняя солома. Ну, не беда. Вот такие волочки. Сейчас на солнышке обжарится, я думаю, уже. Да, вот как тут, где нету клевера, вообще сухое сено. Но душистый запах вообще не передать словами. Там даже мята начала расти. Очень душистая такая. Так, ну и там поле. Ну там уже вообще сухое. Там как без клевера. Там можно уже прессовать. Там вчера сграблено у меня. А это вот сегодня сграбил. Ну, сейчас поедем там. Блин, морковника очень много на том поле. Поедем косить морковник, пока он цветет, чтобы не успел скинуть семена. Да не бойся, заливай. Лей, не бойся, если разольешь. Так, Матвейку приучаем заливать воду. Я попал. Молодец, тракторист настоящий. Ну, лей, не бойся. Лей до полного уже. Да не бойся, что разольешь, это ж вода. Ясно. Ну, там, может, уже полно. Матвей, там полно? Уже полно. Ну, может, и хватит. Там надо в прорези попасть ушками и повернуть. Нажать и повернуть. Не получилось. Ну, только все. Шевелится. Ну, я сейчас проверю. Все. Закрывай бундель. Не закрыл. Закрыто. Ну что ж, сейчас заводимся с горы. Не будем ее стартер мучить. И едем косить. Ну что ж, поехали.
Ну что ж, поедем сейчас прессовать сено. Рулонить сено. Мы там скосили с Матвейкой уже одно поле. Сейчас мы тут немножко подрегулировались еще. Чуть-чуть ниже опустили подборщик. Заправили вторую катушку. На случай, что это закончится, потому что тут мало, совсем сантиметр остался. Закрываем люк. Люк, крышку. Так, ключ не убрал. Ну и сейчас отправляемся. Матвейка тут на месте. Уже ждет. Вот, вылезай. Сейчас мы приступим. Рулонит сено. Мотор шепчет. Ну вот и наш первый полный рулончик. Смотали. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Очень мелкое сено, вот даже тут пока пресс работал, очень много просыпалось. Надо будет приехать это собрать и овцам загон завести. Вот такой рулончик получился. Какой-то мягкий, правда. Ну, из-за того, что сено мягкое, ой, мелкое. И он сам какой-то мягкий. Сено очень такое пыльное, воздушное, как и первое. Ну, сейчас будем пробовать посильнее жать следующий. Это, как говорится, первый блин комом. Ну, главное, что ниточка замоталась, все отлично. Он у нас в нитке. Немножко будет плюшкой, наверное, постоит, потом будет плюшка он. Ну, это все, ничего страшного. Блин, ну большие. Матвейка, иди стань вот к рулону. Он выше тебя. Ну, да. Потому что он 1.50 будет. Должен быть, это еще он плюшка, я его не дожал. Ну все, следующий будем сейчас сжать. Поехали дальше, мне это нравится. Ты что, ты работал?
Гришка, Гришка. Ну и вот наши малышки новые. Да. Да, малышки. Малышки. Гриш. А, Гриш. Гриша потихоньку линяет. Но еще он как молодой плохо линяет. А да, Гришка? Гришка. Гришка хороший, добрый. Что, все собрались? Или не все еще? Ух, вот иногда их малые гоняю. Вот это вот Ярочка. Не, это Баранчик. Баранчик, а что ты Ярочек гоняешь, а? Ишь ты какой. Эй, мне тапки сейчас погрызете. Пушистые такие. Да, пушистые вы. Ничего, вырастите будете красавицами. У него еще такие шелковистые аж шерсти. Гриша, свои колокольчики спрячь. А, Гришка? Гришка на воле похудел немножко. Как молодой, еще активный, бегает. Вот им свежего сена. Последки, что с поля собрал. Поезжал, все кучки пособирал. Завез им загон с прессой и вытряс. Вот уже перебирают. Только что вот хреново, что они по нему топчутся. Надо вот кормушку делать в загоне. Кормушку скидать. Как ясли такие, пару ящиков сделать и под размер шиферины. О, Гришка уже дает. О, Гришка. Уже на ярок прыгает. Они все время две вместе ходят. Бывает за Гришкой хвостиком, если куда дальше в загоне отходят. Правда, Гриша? Хоть ты еще сам молодой. Ну, только там месяцев 7, по-моему. Такой деловой. Ё-моё стадо. В следующем году еще больше будет. Малыши подрастут. И вот вышло с этого поля сеянного клевера 7 рулонов. Как бы тут 8, но один рулон приехал с того поля. С того поля вышло 3 рулона только. Кошмар. Я аж запереживал, что мне не хватит сена. Но здесь на клевере все-таки вышло хотя бы 7 рулонов. Итого у нас 10 рулонов вышло за сегодня. Ну, неплохо. Хоть мне надо 40. Но мне еще много косить. Как бы много. Ну, больше половины еще надо скосить. Вот. Так что я думаю, я себе сено наберу. И тем более я сейчас вот эти рулоны... Через пару дней я их возьму и увезу отсюда, с поля. С поля мы уберем для того, чтобы здесь отрастала оттава. Клевер опять пойдет расти. И где-то в октябре, возможно, в августе, возможно, скосим второй раз. Вот. Будет тут уже второй укос. Сено пахнет просто бомбически. Раньше меня этот запах раздражал, когда надо было сено убирать вручную, когда вот это вилами собираешь, с граблями. Блин, только сейчас комары кусают. И это вся пыль. Это был кошмар.
сейчас сено убирать, это просто кайф. Просто я кайфую. Тем более сейчас прессовать. Даже, честно скажу, грабить нудно. Косить мне нравится, потому что ты косишь, ты видишь, что подается трава, ложится. Грабить вот нудно. Гоняешь, гоняешь эти волки. Ну а прессовать это в этом году вообще кайф. На МТЗ это пресс, белорусский пресс и белорус, это они, ну, созданы друг для друга, можно сказать. Очень кайфово. Ни разу на этом поле я трактора не вылез, не надо было ни нитку поправлять, ничего. Нитка запускалась, в этом году нитка хорошо пошла, не надо. Шморгалкой чуть-чуть подергал, подергал, на волку стал, чуть-чуть вперед дал, поп, сеном подхватило, замотало. Вообще, в этом году пресс меня уже удивляет. Мне он очень понравился. Рулоны я старался хорошо сжать. Доходил до полного рулона, показывал. Я останавливался, газовал, чтобы больше прокрутило бы, сжало бы. И потом еще ехал, собирал. Так что откатался, откайфовал, можно сказать. Ну и вот такие рулоны, что, блин, практически я его сдвинуть не могу. Еле-еле покачать. Тем более клеверок. Ну и рулончики такие. Высота такая нормальная. 52. Ну и рулончик мне выше плеча. Обалденно. Ну запах просто стоишь. Сейчас слышу, у соседей трактор работает. Сейчас соседи, наверное, будут сено убирать. Они тюкуют. Вот был у меня тюковой пресс. Но это практически то же самое, что убирать руками. Ну, просто вместо того, чтобы собирать вручную кучки, ты собираешь кубики эти. Ну, мне не нравится, честно скажу. Ну, и тем более, я не люблю собирать народ. Это надо народ, чтобы возить, складывать в сарай. В рулонах проще. Да, подгнивают, да, сверху вот корочка гниет. И снизу, когда стоит. Но я думаю, я в этом году их составлю. И, возможно, куплю пленки и накрою их. Потому что, ну, такое сено, это просто кайф. В этом году как-то кайфую от этого. В прошлом году еще как-то напрягало. Но в этом году, ну, это вот все зависит, какая у вас техника и с чем вы работаете. Трактор у нас сейчас отличный. Пресс мы подремонтировали. Да, он немножко не сильно чисто собирает. Я сегодня еще больше опустил подборщик. Ну, уже более приятнее он собирает, чище. Но все равно, да, как мне писали в комментариях, из-за прямых зубов, что у них нету изгиба. И сено мелкое в этом году, и оно просто тупо соскальзывает. И его потом, ну, проезжаешь даже второй раз, ты просто расстеливаешь, но ты его поднять не можешь в пресс. Так что вот такие у нас дела. Все кайфово. Сезон идет с сенокосом. Скоро лига, праздники. Так что можно будет рулончики где-нибудь поближе, где будем сидеть, подвести, чтобы вдыхать этот аромат. Можно будет праздник отмечать и дышать воздухом, да, с запахом сена. Мне даже хочется, вот уже сейчас ночи теплее стали вроде бы, ну еще будет еще теплее. И хочется с детьми где-нибудь поставить палатку, вот так рулончики рядом поставить палатку и переночевать, и подышать такой, ну, переночевать на улице и с запахом сена. Это будет кайф. Я думаю, детям эта идея понравится. Так что кайфанем мы еще с запахом этим. И будет еще ароматерапия для нас. Так что приезжайте в гости с палаточкой. Оставим рядом рулончики, поставите палаточку и можете ночевать. Так что, ну а на этом мы сегодня закончим уже. Все. Всем пока, всем добра и счастья, удачи и здоровья. Пока-пока. Ну, кайф. Свежее сено это.